1 октября 2012 года. 7 часов утра. Аэродром Мечково. К взлету готовится один из последних оставшихся в мире Ил-14. От винтов! В 80-х годах прошлого века самолеты этого типа были выведены из эксплуатации, и почти все они прекратили свое существование. Этому самолету досталась особая судьба. Он попал в руки энтузиастов команды «Альбатрос Аэро» и после 10 лет стоянки обрел вторую жизнь. «Альбатрос Аэро» — это команда людей, объединенных любовью к авиации и к своей стране. Основной целью команды является поиск и реставрация исторических самолетов и вертолетов. Самолет Ил-14 – легенда советской авиационной промышленности и флагман пассажирских перевозок СССР. Его разработка началась в 1946 году. В послевоенное время стране требовался неприхотливый самолет, позволяющий выполнять различные задачи на обширных территориях в различных погодных условиях. Такой своеобразной рабочей лошадкой и стало детище Ильюшинского КБ Ил-14. Этот самолет встал в один ряд с лучшими мировыми аналогами, а по некоторым конструкторским решениям превзошел их. В Ил-14 была реализована новая противообледенительная система, позволяющая летать в самых жестких климатических условиях. Ил-14 стал первым самолетом, способным продолжать взлет с одним отказавшим двигателем. В середине прошлого века самолеты типа Ил-14 проложили дорогу регулярной пассажирской и грузовой авиации в Советском Союзе. Они перевозили пассажиров в Европе и Африке. Они покорили Арктику и Антарктиду. В распоряжении «Альбатрос Аэро» оказались два самолета модификации Ил-14Т – транспортных. Первый самолет получил имя «Голубая мечта». Самолет находился в плачевном состоянии. Вандалами было разбито оборудование кабины, срезана проводка, повреждены каркас и органы управления. В нескольких местах началась коррозия. Силами «Альбатрос Аэро» в течение короткого срока были восстановлены проводка, гидравлика, топливная система и были запущены оба двигателя. Второй самолет, служивший в свое время в военно-морском флоте, в 90-х годах был выкуплен Федерацией любителей авиации, перекрашен и отремонтирован. Но по разным причинам он вновь остался без присмотра на закрытом аэродроме, обреченный на распил. За год восстановительных работ команда «Альбатрос Аэро» сделала невозможное. Самолет, получивший ласковое прозвище «Пингвин», вопреки названию, поднялся в небо. Сейчас эта гордая птица базируется на аэродроме Ступино, по нему проводятся дальнейшие работы и испытания. «Альбатрос Аэро» — это авиационно-спортивный клуб. Это клуб друзей, собрание единомышленников, мечтателей. Среди его участников — люди разного возраста, разных взглядов и разного социального положения. Это инженеры, математики, менеджеры, бизнесмены и даже творческие люди, которых объединило главное — любовь к небу и к своей истории. Без прошлого нет будущего. Сегодняшние мы состоим из деяний наших предков, наших дедов и прадедов, отцов и матерей. Наш долг и наше счастье — сохранить наше наследство. Все наше навсегда. «Альбатрос Аэро» — мы возвращаем небо. Thank you.
От винтов! Игорь, мы запускаемся! И вы еще говорите, что пингвины не летают. Come on, right here.
Один! Останови, стоп, пилот! И вам помочь? Игорь, мы запускаемся. Thank you.
Выключи. Если последним самолетом, взлетевшим с Ходынки, был Ил-38, то для Тушинского аэродрома им стал Ил-14, восстановленный командой энтузиастов. 3,5 года продолжались работы, после чего самолет поднялся в воздух. Символично, что первые подъемы и перегон на новый аэродром состоялись в день столетия отечественной полярной авиации. Он поднялся в воздух, совершил свой полет после многолетней стоянки и длительного восстановления и сделал это успешно. Даже, наверное, никто не верил до конца, до последнего момента, что это случится. В 90-х годах самолет от утилизации был сохранен силами Федерации любителей авиации под руководством Игоря Петровича Волка. Можно сказать, что это первый член нашей команды из старшего поколения авиаторов и космонавтов. С обретением Мячковского Ил-14, получившего имя «Пингвин», команда пополнилась Николаем Васильевичем Мотовиловым, авиатехником с огромным опытом. Безусловно, очень большую помощь нам оказали люди, которые работали на Ил-14. Отдельно хочу отметить Николая Васильевича Мотовилова. За несколько лет с начала проекта через него прошло много людей.
Ряд участников, вдохновленных и ободренных проектом, тесно приобщились к авиации, научились летать на самолетах и планерах, перешли на работу в авиацию или даже приобрели свое воздушное судно. Восстановление самолета стало поистине семейной задачей. Люди приходили с детьми, с женами, каждому находилась работа, дети что-то мыли, жены что-то шили, там, готовили и прячески услаждали взор. С момента, как самолет был взят под крыло авиареставраторами, он несколько раз менял свое положение. Стройка расширялась и захватывала новые территории. Изначально самолет стоял там, где сейчас находится стадион «Спартак». Поскольку туда было достаточно далеко ходить пешком и не было никакой базы для восстановления, самолет был перемещен к территории воздушного моста, ближе к метро. Сейчас на этом месте располагается экскаватор и дальние домики. В дальнейшем при подводе коммуникации к стадиону «Спартак» возникла угроза остаться там навсегда. Если бы дорогу нам перегородили, самолет бы оттуда не вытащили. Поэтому мы переехали в другой угол аэродрома, ближе к Торгино, на территорию бывшей вертолетной площадки. Перетяжкой рулей были завершены основные восстановительные работы, и пришло время покидать аэродром, где аппарат простоял около 20 лет. Первая попытка оказалась безуспешной. Построенная полоса была испорчена распутицей. Сам Тушинский аэродром исторически – это заливной луг, огороженный дамбой и снабженной дренажной системой, которая сейчас частично выведена из строя, и вода может задерживаться дольше. Но когда через 2 месяца грунт подсох, выяснилось, что на построенной грунтовке уже обосновались строители. Поэтому нам пришлось заново, с нуля, строить взлетно-посадочную полосу. И мы решили построить ВПП еще по замерзшей земле. К сожалению, не удалось нам ее использовать. Пошло резкое потепление, полоса длиной 1200 метров пришла в негодность. Нам пришлось готовить полосу заново. Фактически за одни сутки была построена еще одна полоса длиной 900 метров. Чтобы убедиться в пригодности полосы, сделали пробную пробежку и приняли решение взлетать. Разбегались на номинале, при максимальных оборотах у передней стойки есть тенденция зарываться. Уже оторвавшись, дали полный газ. На перегоне шасси не убирали, и землю Тушинского аэродрома отряхнули уже на полосе нового места базирования. По морю, как просто по воде. Дымит она трубою, трубою голубою. Гудит она протяжно, чтоб слышали везде. Боржа, разве она не тает? Сержант милиции обалдевает. Все бегут посмотреть на боржу. А боржа, ля-ля-ля. Она чуть боком, ни низко, ни высоко. Того, кто сверху смотрит, не разглядит совсем. Ничего не происходит, боржа по небу ходит. Обыденное дело, но интересно всем. Боржа, а разве она летает? Сержант авиации обалдевает. Все бегут посмотреть на боржу. А боржа, ля-ля-ля, жу-жу-жу. Зрелище не хлеба, все тычут пальцем в небо. А, что это за судно? Откуда держит путь?
Баржа себе летела, пока не надоела. Тогда она на землю присела отдохнуть, баржо. Ты как приземляется чисто, дрожа. Завидуют парашютисты, не стучан, не скрипян, не пулян. Говори, жу-жу-жу, ля-ля-ля. Thank you.
нормально, стойки стоят.
beginning of learning the Ilyushin. On Ilyushin, fine. And about 200 hours on the... Ich habe gesagt, hab gesagt, ich kann alles gebrauchen und alle anderen hätte irgendwie auf dem Gewicht. Show me your feet. Die haben sich sogar gefreut. Ich bin sehr schwer davon, dass ich zu die Karte schenken kann. Für ihren Standplatz brauchen kann. It's a nice way to fly, yeah?
Okay, thank you. Group safety cards for the new group. Okay, okay. Ist jetzt kaputt. Ja, ja. Und AOC, gell? Das ist also für mich. Ja, gut. Ich like the Atlas Angel. Ja, das ist New York.